Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие телезрители. Пусть Господь благословит вас сегодня. Будьте с нами в этой передаче. Мы продолжаем говорить на поднятую, очень важную, актуальную тему нашего времени, тема насилия. И в студии у нас сегодня Марина Подорожная. Марина, добро пожаловать. Здравствуй, Лариса. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы в прошлый раз с тобой подняли очень важную тему, и я думаю, эта тема актуальна. И наверняка в своей жизни вы соприкасались с такими людьми, или, может быть, кто-то даже из вас, дорогие друзья, был жертвой вот этого насилия, насилия морального, физического, сексуального, то, что часто происходит в жизни с людьми. Другой человек ранит своего ближнего, и чаще всего раны, которые мы получаем, они могут быть от наших близких, наших родных, которые внутри семьи могут быть совершенно другими людьми в обществе, они выглядят добропорядочными, хорошими такими работниками, но внутри семьи могут происходить страшные вещи. Мы говорили о насилии, о моральном насилии, о словесном насилии, и сегодня, Марина, хочется поговорить о том, что как выйти из этого состояния, если человек был ранен, у него внутри, на душе как будто шрамы, повреждения, и человек не имеет достаточно высокой самооценки, он чувствует себя виноватым, чувствует себя униженным, неспособным делать что-либо дальше в жизни. Как можно помочь таким людям выйти из этой ситуации? Ларис, я думаю, что вот этот процесс, на самом деле, это процесс, да, то есть процесс исцеления. То есть невозможно и неправильно было бы сказать человеку, то есть достаточно просто одной молитвы или одного дня. То есть ты приходи, мы за тебя помолимся, и все. И все твои раны, они сразу исцелятся, зарубцуются, шрамы, если есть, рассосутся. Вот. То есть нужно время. Вот. И я думаю, что, конечно же, самым первым, я думаю, главным, важным шагом вот, на пути исцеления является прощение. Просить насильника, который совершил над нами насилие. Вот вообще, я думаю, что когда мы говорим о прощении, очень важно было бы понять нашим телезрителям, что прощение — это не в смысле, когда ты просто вот взял и сказал, ну все, ладно, я прощаю. Потому что ведь это боль, которую мы чувствуем внутри, да, то есть вот эти вот переживания, то есть это наши эмоции, вот, поэтому, то есть это как вот тоже прощение, как, с одной стороны, это решение, с другой стороны, это тоже процесс, процесс, где мы боремся со своим нежеланием, я бы сказала, потому что нам хочется ведь отреагировать на эту боль, нами причиненную, отреагировать, ну, неправильно. Ну, такими же методами, какими такими же методами, было нанесено, да. То есть вот он мне сделал больно, вот я ему тоже сделаю больно, вот, чтобы он понял, как мне было больно, да, или когда ну, человек, который оказался, скажем, жертвы, есть голос отчаяния в человеке, да, потому что почему я должен его простить? То есть этот человек испортил мне всю жизнь, он забрал мое здоровье. Я однажды, Ларис, разговаривала с одной женщиной, и вообще очень такое сильное свидетельство, которое меня, ну, и поразило, и просто и вдохновило. Эта женщина, она, это пожилая женщина, у которой уже взрослые сыновья, и она мне рассказала свою историю, как ее муж, он издевался над ней, он избивал ее. Она говорит: «Марина, на моем теле нет ни одного здорового ребра, потому что все ребра у меня были переломаны». То есть он избивал ее, он пил. Вот, и потом дети, которые уже выросли, то есть дети всю жизнь, вот, то есть пока они росли, они наблюдали этот момент насилия над своей матерью, когда отец избивал мать, и когда уже мальчики стали взрослыми, то есть они вступили за свою мать, и они выгнали, просто выставили своего отца из дома. Этот человек опустился, он стал бомжевать. И вот когда старший сын, он был очень хороший повар, то есть он работал в одном из ресторанов, и однажды он увидел, как какой-то бомж пришел к ресторану и стал просить там воды или просил пищи, и он узнал в этом бомже своего отца, которого они когда-то выгнали из дома, который издевался так над их матерью. И они пришли, рассказали об этом своей маме. Это христианская семья. И мать говорит: «Знаешь, давай...» Они сделали такой семейный совет, собрались дети. Вот, и они стали обсуждать, как же, что же делать. То есть отец так опустился, он никому не нужный. То есть на его теле были язвы. Вот, он был просто опустившимся человеком. Он был описанный, мокрый, в своей моче. Да. И
им просто было жалко, то есть они имели сострадание к нему. Вот. И тогда мать, она предложила, говорит, может быть, мы построим или отделим комнату для нашего отца, и пусть он просто живет в нашем доме, и мы сможем как-то заботиться о нем. И они приняли его в свой дом, Ларис. Угу. Вот. И эти дети, они заботились о нем. И позже этот человек очень сильно раскаялся за свои злодеяния, за ту боль, которую он причинил своей семье. То вот есть, такое вот свидетельство. Наверняка нужно было ей сделать первый шаг, это простить этого человека. Да, и детям нужно было простить своего отца. И, то есть, момент, я почему думаю об этом важно сказать, потому что мы иногда можем где-то напирать на людей. Мы говорим, как ты не можешь простить? Иисус сказал, что надо прощать, прощайте, будьте прощены. Но мы должны понимать, что для человека это, ну, то есть, конечно, прощение это решение, это не вопрос наших чувств, но это должно быть такое осознанное решение и решение, которое нам чего-то стоит, то есть есть цена этого прощения, есть цена этого прощения. И когда мы прощаем, иногда боль может подняться снова в нас, и тогда мы снова должны стать в позицию того, что я прощаю этого человека, который причинил мне эту боль. Все начинается с решения. Первое решение, которое освящается Словом Божьим, освящается истиной, что Иисус, Он сам лично показал нам пример прощения. И только с Его помощью мы можем это высвободить в своей жизни, это прощение. Прежде всего, человек принимает решение, я хочу простить. И, Марина, в моей практике был такой случай, это не было связано ни с каким насилием, это было связано с обманом. Один человек очень жестко обманул, так скажем, мое доверие к нему. И я почувствовала, что у меня в душе появилась какая-то трещина, какая-то боль по отношению при виде этого человека. Это не был мой родной, не был близкий, это был просто друг, знакомый наш. И этот процесс, который мне показал Господь, я прошла через этот процесс. Поначалу, когда я видела этого человека, у меня начинали подниматься негативные чувства к этому человеку. Но когда я приняла решение, что я хочу его простить, я хочу сказать, что сразу с эмоциями у меня все в порядке не стало, что я его сразу видела, и мне прямо хорошо от этого становилось. Шел процесс, но как всякий раз, когда я его видела, у меня в голове был импульс. Я приняла решение, решение простить. Да. Я приняла решение простить. Я прощаю его, прощаю его. Душа молчала, был штиль полный. И даже иногда зашкаливала в отрицательную зону. То есть, чтобы... надо этому человеку разобраться с ним до конца, переубедить, перевоспитать его и так далее. Но Дух Святой помогал. Очень важно, что когда мы приходим с этим вопросом к Богу, Бог помогает нам. Ларис, знаешь, в чем еще есть трудность? В том, что когда ты видишь этого человека, то есть одно дело, когда, скажем, этот человек, ну, насильник, человек, который причинил тебе боль, где-то он далеко, и ты его не видишь. То есть тогда на расстоянии, скажем, простить легче. Да? Но когда этот человек всегда, скажем, в твоем доме или в твоей церкви, да, или в твоем дворе, да? То есть он всегда перед глазами, и ты же видишь реально, что человек не стал другим. То есть нет реальных изменений. То есть простить, когда человек, скажем, изменился, да, не просто извинился, а изменился. То есть он пил, теперь он не пьет. Да, то есть он был таким грубым, таким, ну, наглым, да, то есть но теперь он другой, он такой обходительный и внимательный. То есть когда нет этих изменений реальных, очень сложно сказать, я прощаю этого человека, потому что, ну, человек просто не заслуживает мое прощение. Очень хорошо говорила мать Тереза, да, что люди бывают неразумны, нелогичны, эгоистичны, все равно прощайте им. То есть прощение это просто это милость от лица Бога по отношению к этому человеку. Это та милость, которую Бог оказал нам. Писание говорит, Он простил нас, когда мы были еще грешниками. Он уже тогда нас любил, тогда нас простил и принял. То есть это действительно настоящее прощение может быть только в том сердце, где есть любовь Божья. Не человеческая любовь, а Божья любовь. Которая, итак, как написано, первый шаг – это прощение. Излилась в наши сердца Духом Святым. Прощение, то есть желание простить, потом этот процесс. Желание, решение. То есть это процесс. Да, точнее, даже решение. А желания иногда и нету этого желания. А его может и не быть. Да.
То есть вначале решение, потом начинается процесс, потом приходит желание, потому что Господь начинает работать с нашим сердцем. Человеку нужно созреть, то есть ему нужно помочь принять это решение. То есть, как я сказала, не напирать на человека. То есть человеку нужно сказать: послушай, это тебе нужно. Тебе, чтобы исцелиться от этой боли, чтобы почувствовать свободу, чтобы подняться над ситуацией, над этой болью, тебе нужно простить. Все вот эти тонкие процессы. Да, и человек должен созреть, осознанно он должен это сделать, сознательно. Вот. Поэтому иногда мы, знаешь, расстраиваемся, когда мы говорим: надо простить. Человек говорит: я не хочу. Как ты не хочешь, ты просто обязан, ты должен. Вот этого, я думаю, в данной ситуации делать не нужно. Человеку нужно дать время. Следующее, что, какой следующий шаг? Я думаю, что было бы, если есть такая возможность, то есть поговорить с тем человеком, который причинил тебе боль, то есть нужен открытый разговор. Вот предположим, если это в семье, мы говорим больше о насилии в семье, то есть если, предположим, это было насилие со стороны родителей, то есть матери или отца в отношении детей, то есть неважно, какой период времени прошел с тех пор, когда это было, да, то есть это может пройти 5 лет, может 10 лет пройти, то есть дети уже выросли, но если, скажем, ребенок ощущает по сей день вот эту вот неприязнь к отцу или неприязнь к матери, значит, есть смысл об этом поговорить со своими родителями. Ты понимаешь, открытый разговор – это тоже серьезный вызов для нас, потому что, ну, как-то думаешь, ну, зачем ворошить прошлое? Это же мое прошлое, ну, зачем мне туда возвращаться? Вот я думаю, ну, если отношения, скажем так, ну, не клеятся, да, если ты внутри ощущаешь какое-то вот негативное отношение к своим близким, я думаю, и есть какая-то определенная реакция, которая в тебе возникает. Потому что так бывает. То есть человек принес тебе боль, нанес рану, и потом внутри ты начинаешь реагировать на этого человека. Да? Да. Вот. То есть, и это с годами. То есть это, в смысле, не просто с годами, это годами длится и копится. Вот. И я думаю, что это значит, есть повод и есть смысл об этом говорить. То есть нужно набраться смелости, помолиться Богу и просто встретиться лицом к лицу, как говорится, глаза в глаза, и сказать о той боли, которую ты внутри переживаешь. Можно сказать: я тебя уже давно простил, или я тебя давно уже простила, но я хочу, чтобы ты знал, что вот ты причинил мне боль в этой жизни. То есть может быть, ты и хороший отец, то есть ты хороший отец или ты хорошая мать, но ты совершил определенные глупые действия в своей жизни, которые в моем сердце отозвались болью. Вот. И я думаю, что когда есть открытость, вот помнишь, о чем мы говорили, Ларис, на первой программе, когда мы только подняли тему насилия, что Бог действует во свете, что очень трудно говорить об этих вещах на самом деле. Почему я говорю, это вызов для нас, потому что мы хотим об этом, ну, умолчать. Ну, как бы время прошло, ну, как бы уже меня это не волнует, я уже в этом доме не живу, я уже там не работаю, я с этим человеком не пересекаюсь. Но это нужно поднимать этот разговор в том случае, если напряжение все равно еще существует. Если оно существует. Особенно, что касается вопросов семьи, потому что отец и мать — это же не временное, скажем так, позиция, да, то есть это на всю жизнь, они твои родители на всю жизнь. Вот поэтому я думаю, что вот это нас должно все-таки подтолкнуть к тому, чтобы говорить об этом, чтобы обсуждать эту боль, часто проблему. Вот, когда это вот мы говорим в отношении отцы, там, матери, дети, но еще есть в отношении мужей и жен. Часто такие ситуации, когда между мужьями и женами возникает какой-то конфликт, недопонимание, и потом они об этом молчат, они умалчивают и ничего не говорят. То здесь тоже очень важен момент, когда нужно открыто обсудить. Если это повторяется изо дня в день или там с какой-то периодичностью, если это был какой-то, может быть, единичный случай, где-то кто-то вспылил, там, оскорбил, они помирились, забыли, но если это постоянно продолжается, то тут же нужно расставить границы, высветить это, сесть, разговаривать, выходить на открытый разговор. Ларис, один человек как-то сказал, и я это просто для себя отметила, что больше всего боли мы получаем в семьях, то есть душевную такую вот боль, да? Почему? Потому что в семье мы не защищаемся, в семье мы оголяем себя. Да? То есть, скажем, на работе или где-то, вот, где мы находимся в общении с людьми, то есть там мы можем, то есть мы носим на себе вот это вот
как это, щит веры, да, который нас, да, скажем, чтобы угашать раскаленные стрелы лукавого. Но в семье мы открытые, мы оголяем свои сердца и души, мы хотим расслабиться. Есть, да. Поэтому, а когда человек расслаблен, то есть когда он не защищен, он уязвим. Поэтому больше всего боли мы принимаем именно в своих семьях. Вот, поэтому нужно, то есть если есть какая-то боль, если есть какая-то рана, о ней нужно говорить. Конечно, это сложно, ты знаешь, как вот я говорила, mm-hmm. нарыв, да, когда у нас есть какой-то нарывчик на теле, и мы никому не даем возможности до него дотронуться, прикоснуться. Нам кажется, что если его как-то вот скрыть, да, то есть прикрыть и никому не дать до него коснуться, то есть так, мы боимся этой боли. А ведь нужно, чтобы начался процесс заживления, что нужно? Нужно вскрыть этот нарыв. Вот. А это больно, и нам поэтому не хочется это делать. Есть одно интересное свидетельство. Девушка пришла когда к Богу. Она воспитывалась в детском доме, потому что ее родители лишили родительских прав из-за неблагополучия, из-за того, что родители были алкоголиками. И она воспитывалась в детском доме. Когда она выросла, она приняла Иисуса Христа в свое сердце. Она решила навести порядок в своей духовной, душевной жизни. И слыша проповеди, читая Священное Писание, она приняла решение, что она прощает своих родителей. Но этого было для нее недостаточно. Она решила сделать следующие шаги. Она нашла, где живет ее мать. Отца, по-моему, она так и не нашла. Но мать она смогла найти. Она поехала к ней. И когда она приехала в другой город, она нашла, где она живет. Она была, конечно, шокирована теми условиями, в которых жила ее мать. Она также была алкоголичкой, жила в каком-то подвале, в какой-то землянке, где было по щиколотку воды, слякоть. И она нашла в себе силы с помощью Божьей, с Господом. Она молилась об этом. Она пришла в эту землянку, она ходила по этой хлюпкой грязи. Она стала служить своей матери. И она ей принесла слова благословения. Она сказала: «Мама, я хочу за тебя помолиться, я хочу тебе помочь». И та женщина, можно сказать, что она не совсем была адекватна, не совсем была в таком ясном разуме. Mm-hmm. Ну, за эти годы алкоголь сделал свое дело. Но она с последних сил смогла послужить ей и говорила ей о Боге, и пыталась с ней молиться даже. И женщина повторяла за ней и молитву. Она уехала, потому что у нее было ограниченное время. И спустя время она узнает, что ее мама умерла. Насколько она была благодарна Богу, что она успела все это сделать вовремя. Она успела в последний момент перед смертью матери послужить ей. И, может быть, даже она встретит ее на небесах, несмотря на то, что вот эта женщина провела такую жизнь. Но вот эти шаги прощения, она с ней говорила, она, конечно же, у нее был открытый разговор, она говорила со своей матерью. То есть вот такие шаги практически нам очень важно применять в нашей жизни. Одно дело знать теорию, другое дело применять эту теорию в практике. Мы говорили о том, что важно принять решение, созреть к этому, к прощению. Второй шаг – это пойти на открытый разговор. Да, при том разговор должен быть таким примиряющим. То есть вот не выяснение отношений, да, а вот именно примиряющим. То есть да, ты мне причинил боль, но чтобы ты знал, я тебя прощаю, просто я тебя люблю. Вот все равно ты мой отец, или ты мой муж, или ты моя мать. Вот если даже этот человек не является теперь там ее мужем, все равно, то есть, ну, есть какие-то и добрые, скажем, в моей памяти вещи, которые в моем сердце, которые я тебе храню. То есть не только зло я могла переживать с тобой, но есть много доброго, о котором я хочу помнить, а злого помнить помнить отказываюсь. То есть вот я думаю, такой вот разговор, он очень, он будет, ну, правильно выстроенный, вот, он будет действительно исцеляющим. Вот, Марина, правильно выстроенный разговор, я просто много раз консультировала людей в различных ситуациях, когда они приходили с такими наболевшими темами. И вот именно как помочь выстроить. И мне самой приходилось в жизни где-то что-то корректировать, исправлять. И вот есть ли еще какой-то секрет в этом? Я знаю, что он есть, и ты знаешь, что он есть. Мы поделимся с телезрителями. В чем же секрет, чтобы правильно выстроить вот этот разговор, чтобы не амбициозно подойти к решению этой ситуации, не размахивать руками, не выплескивать свои наболевшие эмоции? А как правильно, с какой позиции подойти, это, наверное, третий шаг,
о котором мы сегодня хотим поговорить, чтобы вот это преодолеть это насилие, преодолеть это унижение. Я понимаю, то есть ты хочешь меня услышать ответ, и ты хочешь, чтобы я сказала о молитве, о присутствии Бога в нашей жизни. И, конечно, без Бога мы не можем этого делать. Вот Писание говорит, вообще без Него мы ничего делать не можем. Поэтому присутствие Бога, оно очень важно в нашей жизни, потому что мы можем сделать только со своей стороны, что мы можем. А там, где мы не можем, там только может Господь. И Писание говорит, Ему возможно все. Вот, то есть мы... Но я хотела бы еще, Ларис, сказать тоже о том, что очень важно, чтобы разговор был таким конструктивным, исцеляющим, очень важно, чтобы в сердце были правильные мотивы. Правильные мотивы. То есть, вот, то есть какой должна быть мотивация? Это послужить этому человеку. То есть мотивация любви, мотивация сострадания к нему. Вот, что есть сострадание? Это когда мы можем подняться над своим страданием. То есть если мы можем подняться над своим страданием, тогда мы сможем сострадать к тем, кто, может быть, и не заслуживает нашего сострадания. Вот, то есть, поэтому мотив сердца, это очень важно, правильный мотив. Здесь тоже нужен какой-то, наверное, отрезок времени, чтобы, осознав всю эту ситуацию, довериться Господу и ожидать, приготовить свое сердце, вот эти вот мотивы все свои взвесить, и поставить как бы внутренность свою в правильную позицию перед Богом, чтобы ожидать от Бога вот этой мудрости и водительства, да. Чтобы Господь помог правильно донести эти слова. Иногда можно прийти к человеку на открытый разговор, а человек как стена, он не принимает, он закрыт, и он не реагирует, и как бы получается, что ты свой бисер будешь бросать просто в грязь, под ноги. Тут важно получить, Ларис, еще водительство Духа Святого. Да, и для чего нам нужно водительство? Чтобы нам знать, как коснуться сердца человека. Да? Вот мне очень понравилось, один проповедник сказал, даже если у человека кривое сердце, Бог подберет к нему кривой ключ. Вот, потому что наша часть — это растопить сердце. То есть какое бы оно там ни было, может, оно там действительно и каменистое, да, такое вот окаменелое сердце, но любовь, она может топить даже окаменелые сердца. То есть если мы приходим с мотивом не осудить, то есть не вынести какой-то человеку суд, да, не опустить человека, да, при всем том, что он там был неправ, вот, но действительно вот, послужить где-то ему, поднять его, да, то есть выразить ему не только, скажем, свою боль, но где-то и свое прощение, свою признательность. Вот я думаю, что вот это то есть вот таким должен быть наш разговор, и такими должны быть наши мотивы сердца. Марина, хорошо, вот мы поговорили о тех случаях, когда человек пережил насилие, и он уже готов к тому, чтобы он получил Слово Божье, он получил водительство Божье, он уже пытается что-то сделать, чтобы восстановить себя, потому что насилие разрушает человека внутри и разрушает и того обидчика, который нанес насилие. То есть человек начинает работать в этой сфере. Но что делать, если это насилие, оно продолжает быть рядом? Что все-таки человек принял решение прощать, а прощение не принимается, изменения не происходят? Я думаю, есть момент изоляции. Момент изоляции. Потому что если есть какая-то опасность для жизни, то есть угроза для жизни человека, то есть нужно жертву изолировать от насильника. Вот. И я думаю, что я сейчас не говорю о разводах, но, предположим, если муж совершает насилие над своей женой, я думаю, хорошо было бы жене где-то пожить, да. Хотя бы временно. То есть, и хорошо, если бы были рядом люди, которые могут принять ее. То есть не просто дать ей угол, а быть рядом с ней. Вот, чтобы просто как-то морально даже, не только материально, но и морально поддерживать ее. То есть это тоже будут какие-то практические шаги? Конечно. Когда нужно изолироваться от человека. Знаешь, Марина, я вспомнила случай один у нас, тоже свидетельство одной сестры, когда ее муж любил выпить, и он растрачивал семейные деньги и унижал всех в семье, то жена поставила такое условие. Она сказала ему, что «дорогой», ну вот, слава Богу, у нее было такое мужество, такая сила внутренняя. Она сказала: «Дорогой, я тебя люблю, ты мой муж, но в таком состоянии, в котором ты сейчас находишься, мы жить не можем, поэтому мы расстаемся на какое-то время. Когда ты изменишься, когда ты перестанешь пить, перестанешь нас оскорблять, у тебя придет трезвость, осознание, тогда мы будем рады принять тебя, вернуться, чтобы ты вернулся в нашу семью. А сейчас, извини, мы должны закрыть для тебя двери».
И это повлияло на этого человека, но потребовались годы. И вот она рассказывает 4 года, где он был, что с ним было, она не знает. Он ушел из дома, и все. Где он там жил, у родителей, не у родителей. В общем, он вел такой образ жизни. И он изменился в это Наверное, время. Еще потому, что жена прилежно молилась за своего мужа. Жена молилась, она взывала к Богу, да, очень точно замечено. И спустя 4 года этот человек вернулся в семью, восстановил отношения. Пришел с обновленным сердцем и пришел потом и к Богу. Да, я думаю, что иногда, вот, скажем так, человеку нужно пережить вот такой вот шок, может быть, да, то есть он не ожидал, возможно, таких действий со стороны своей семьи. Вот. Но я думаю, что и вот эти, может быть, года жизни, они позволили ему, скажем, оценить по достоинству любовь своих близких к нему. Потому что иногда бывает так, что мы не ценим любовь близких, заботу жен или внимание мужей. Да, то есть, и поэтому, то есть вот нет ценностей, и поэтому мы так легко, скажем так, переступаем вот, через все святое. Угу. Вот поэтому, но когда мы это теряем, тогда мы начинаем ценить. В некоторых случаях это очень хорошо срабатывает. К сожалению. Поэтому действительно важно обращаться к Богу, получать водительство Божие. Но это крайние такие меры, Ларис. То есть когда мы говорим об изоляции, то есть это крайняя мера. Да? То есть когда, скажем так, то есть с человеком говорили, его пытались наставлять, его предупреждали, то есть за него молились, его вразумляли. Вот, и человек при этом, то есть он ну, не изменил ничего в своем поведении. То есть и тогда, конечно, тогда нужно думать уже о том, как изолировать жертву. Дорогие друзья, у нас очень интересная тема, тема о насилии. И мы с вами говорили о том, что в семье чаще всего человек переживает это насилие, углубленное, подавленное состояние, потому что те, кто его может ранить, это его ближние. И наша передача подходит к концу. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то молитвенные просьбы, если у вас есть какие-то истории, свидетельства, вы можете написать в нашу передачу, и мы будем освещать эти вопросы и дальше в нашем эфире. А сейчас в заключение мы совершим молитву. Марина, давай, я прошу тебя, помолись, пожалуйста, за наших телезрителей, которые находятся вот в этом процессе восстановления. Они были ранены, они были подвергнуты этому насилию. И, может быть, кто-то сейчас находится в такой борьбе, простить или не простить, что нужно сделать, пусть Господь для того, поможет. Простить. Помолись, пожалуйста. Отец наш Небесный, Господь наш, во имя Иисуса, мы молимся Тебе о таких людях, Господь, которые испытывают насилие в своих семьях, от своих близких. Мы молимся о детях, мы молимся, Господь, о женах, мы молимся о мужьях также, Господь. И мы молимся, Боже, чтобы Твоя любовь, Господь, просто пришла сейчас для них, Господь, Боже, просто чтобы Ты дал свою благодать для прощения, Господь, свою благодать для восстановления, Господь. Иисус, Ты свет для нас, Господь, Ты... Мы так сильно нуждаемся в Твоей помощи, Господь, и пусть Твоя помощь с небес, Господь, и Твой свет придет в каждую ситуацию, в каждое сердце, Господь. Боже, исцели сердца, исцели семьи, исцели отношения, Господь. Боже, благослови каждого человека, Бог, который сейчас взывает к Тебе в отчаянии, Господь. Боже, я молюсь, Господь, чтобы никто из них не отчаивался, Господь, потому что Ты наша надежда, Господь, Ты наша скала, Ты наше прибежище, Бог. У Тебя есть слово утешения, Господь. У Тебя есть силы, чтобы защитить, Господь, чтобы вывести, Господь, на пространное место, чтобы дать свободу, Господь, чтобы ободрить, наполнить радостью, Господь. Боже, благодарим Тебя за Твою благодать для нас, и мы принимаем Твою благодать для прощения, для новой жизни, для спасения, Господь. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Берегите друг друга, дорогие, и будьте благословенны. Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания.